хочу, ты тоже всегда скажу, у меня совсем много здесь, вот у меня и подарков, и, так сказать, все музыкальных, но мы ведь драматический театр, музыкально-драматический театр. У нас это связано с постановкой. Я понял. Если это увязывается с сверхзадачей каким-то образом. Можно сделать сверхзадачу. Со спектакля? Нет, ну, тогда вы пьесу. Ну, мы, да, мы пьесу напишем, а Володя просто композитор у нас. Мы сейчас сделаем мюзикл. Мы пьесу напишем. Потому что у меня уже есть задумка, а он вот очень хорошо ловит. Мы с ним в паре работаем. Вот тогда серьезно и поговорим. Вот тогда серьезно. Не проблема.